Позади еще один важный этап. Лучшие студенты Аграрного университета имени Горина получили заветные красные дипломы. Сколько человек стали их обладателями и что стоит за таким важным достижением, выясняла Александра Харина на торжественной церемонии. В 2021 году объявленным президентом России годом науки и технологий Горинский университет с гордостью выпускает 1201 студента, из которых 175 – обладатели красных дипломов. Дипломы особого образца выпускникам Белгородского аграрного университета вручили ректор Станислав Олейник и почетные гости праздника. В их числе председатель областной думы Ольга Павлова, заместитель губернатора, начальник департамента агропромышленного комплекса Юлия Щедрина, начальник областного управления науки Екатерина Журавлева. Каждый выпускник – это подготовленный специалист для агропромышленной отрасли. На самом деле, поначалу очень переживала, что я, маленькая, хрупкая девушка, буду реализовывать себя в такой сложной сфере. Сегодня, уже держа в руках диплом, уверена, что все будет отлично. Родители и близкие, как всегда, рядом. Им сложно сдержать эмоции, переполняющие чувство гордости. Диплом с отличием – прекрасный старт в профессиональной жизни каждого студента. И, несомненно, это заслуга как выпускников, так и преподавателей. Хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав за то, что терпели все эти годы, обучили всему, что я теперь знаю. Лидер по количеству красных дипломов – технологический факультет. Там их вручили 47 выпускникам. Для лучших студентов – красная дорожка, вспышки фотокамер и поздравления ректора. Гордитесь тем, что вы горинцы, несите флаг нашего вуза и гордое наше имя. Я уверен, что вы будете теми людьми, которые пишут еще не одну страницу в историю успеха нашей родной Белгородчины. Поздравляю вас всех с сегодняшним праздником. Александра Харина, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.